Сегодня в администрации Балаковского района подвели итоги голосования за благоустройство территорий. Подсчетом результатов и, собственно, организацией этого голосования занимались 235 человек. Горожане выбирали из 6 вариантов. Каждая часть города была представлена 2 территориями. Жители голосовали в основном за те территории, которые расположены вблизи мест их проживания. Наибольшую активность проявили жители островной части города, что отразилось на итогах голосования. В итоге суммирования сведений по всем соответствующим строкам протоколов всех территориальных счетных комиссий голоса жителей, отданных за общественные территории, распределили следующим образом. Детский парк в районе бывшего кинотеатра «Октябрь» – 22 460 голосов. Набережная судоходного канала вдоль Титова – 16 252 голоса. Пляж в первом микрорайоне, прилегающий к нему территория – 16 794 голоса. Сквер вдоль улицы Проспект Героев – 9961 голос. Сквер вдоль улицы 30 лет Победы – 9318 голосов. И сквер в районе кинотеатра России – 20 499 голосов. Более 68 тысяч горожан выбрали территории, которые, на их взгляд, достойны благоустройства. И предсказуемо победил детский парк в жилгородке, поскольку именно сюда приезжают гулять балаковцы. Зрелость в социальном плане общества, наверное, во многом определяется отношением к детям и к людям пожилого возраста. И, наверное, этим решением мы подтвердили, что город Балаково – это то общество, которое очень высоко в своем развитии, которое имеет приоритеты. И эти приоритеты, как я считаю, очень правильные. Но отметим, что информационную огласку получил сквер за кинотеатром «Россия», и он был близок к победе. Поэтому по данному скверу работа будет продолжена. Предлагаю вместе сложить все усилия с тем, чтобы стать возможным получателем гранта достаточно хорошего, мы сейчас сумму называть не будем, достаточно хорошего гранта именно для вашей территории. И мы вам всецело в этом готовы также помочь. Кроме этого, все остальные территории, которые участвовали в рейтинговом голосовании, также будут приводить в порядок. К их благоустройству планируют привлечь бизнес.